Песня, которая сейчас прозвучит, сыграла в моей судьбе переломную какую-то роль, потому что после нее кино из черно-белого превратилось в цветное, появилась узнаваемость какая-то, зазвучала фамилия автора, зазвучала исполнитель, зазвучала фамилия первого исполнителя. Сегодня ее споет не первый исполнитель, а человек, который сидел со мной в жюри «Ты супер», человек, который очень талантливый и аранжировщик, и актер, и певец, и спортсмен. Алексей Воробьев, песня «Мадонна». Печальный силуэт, Мадонна. Вижу, словно в первый раз, грусть твоих печальных глаз. Дождь напишет твой портрет, Мадонна. Но лишь коснусь стекла рукой, и тут же тает дождь. Алексей Воробьев! Спасибо огромное! Спасибо, Лев. Спасибо. Дорогой гений! Спасибо. Спасибо вам огромное за этот шанс исполнить эту песню. Для меня это огромная честь, правда. Спасибо. Я вас очень-очень уважаю. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо! Спасибо. Алексей Воробьев.